Вечно с вами вместе. 20 лет мы вместе. Мы начинали со станковых работ, маленьких, немасштабных, а потом мощь все нарастала и нарастала. Вырастало поколение новых молодых художников на этих полянах. И у павильона под флагом, и вот здесь, на Восточной поляне. Мы вместе, это духом вместе, это целеустремленностью вместе, это такой, знаете, широтой души вместе. Вот так один раз на 3 дня собраться, сделать новую работу, масштабную работу, интересную работу, состязательную работу. Это надо иметь широту души. И это надо иметь такой запал, задор творческий. И он у вас, у нас есть. Годы идут, силы покидают отчасти, но дух, он держит все. И мы вместе, перезнакомившись, подружившись, входим в новые проекты, в новые какие-то решения и совмещения материала. Здесь без конца идет творческое развитие. И мы вместе, когда нам трудно, когда нужна поддержка, и мы вместе, когда наступает праздник, и мы радуемся и радуем друг друга. Вот это суть поляны, вот это суть акции. Профессионалы вместе. В этом году блистательно присоединился, он уже был, но присоединился численно металл, украсил выставку, текстиль украсил выставку. Выставка действительно очень интересная, разнообразная. Казахстан заявлялся, Азербайджан должен завтра подтянуться, художники оттуда. Беларусь, как всегда, здесь с нами на поляне. Искусство вне ограничений и границ. И это тоже мы вместе. Спасибо, что мы вместе, и давайте шагать дальше вместе. Дорогие друзья, Ольга Борисовна Киричек, действительный член Российской академии художеств. Дорогие друзья, тут произошла ошибка, я почетный член Академии художеств, но это несущественно. Я хочу поздравить всех участников выставки и всех гостей нашей выставки с замечательным праздником. Вот идет Серова. Серова, подходите, пожалуйста, сюда. Вот, Зинчук. Что важно в этой выставке? Важно то, что мы делимся творчеством, своим творчеством друг с другом на протяжении многих лет. Стараемся делать новые работы каждой экспозиции новые. И, вы знаете, непроходящее чувство любви друг к другу. Это так важно в жизни, иметь любимых людей, любимых художников, любимых искусствоведов. Вот Галя Габриэль стоит в центре. Ура! Вот. И начиналось все со стекла на траве, и потом на снегу, потом подтянулась керамика, потом были ткани, замечательно вписался металл. Металл вообще чудесно смотрится и с керамикой, и с металлом, и со стеклом. В общем, я вас всех очень люблю и еще раз поздравляю. Юлия Николаевна Мерзликина, действительный член Российской академии художеств, педагог Московского института культуры, заведующая кафедрой дизайна. Добрый день, я долго говорить не буду. Хочу сказать огромное спасибо всем художникам, которые каждый год, несмотря ни на что, приходят на эту поляну, выставляют свои работы и готовы и дальше этим заниматься. Поэтому хочу сказать руководству музея, руководству парка, чтобы это все-таки не заканчивалось и продолжалось дальше. На этом пространстве выросли мы,
На этом пространстве растут наши студенты. И это огромный вот этот пласт именно пейзажного такого искусства, керамики, пейзажного искусства стекла. Мало где это происходит. Вот в России это, наверное, единственная такая большая площадка, где выставляется и керамика, и стекло, и металл, и текстиль. Нигде больше в стране этого нет. Поэтому я считаю, что это должно продолжаться. Спасибо. Сегодня о металле так много говорят, но вы увидите сами, когда пройдете к павильону под флагом. Два металлиста, академик Российской академии художеств Валерий Галкин и наш металлист-стекольщик Александр Гордин. Прошу. Член КОР Академии художеств. Слушайте, одни академики. Долго будем соревноваться, кому подойти к микрофону. Знаете, друзья, столько было красивых слов сказано, и самое главное, что они очень точные. Мне больше всего импонирует то, что мы встречаемся, конечно, во многом в наших залах выставочных, на территории Петербурга, других городов, Москвы и так далее. Но здесь совсем другая история. Вот этот пленэр, во-первых, намоленная поляна. Не то, что десятилетия, может, столетиями уже. Во-вторых, процесс животворный. И, как Ольга Кирилловича сказала, встречаются люди не только уважающие друг друга, но еще даже любящие. И знаете, когда скучаешь по процессу и по людям, это говорит только о самых высоких чувствах, о чувствах любви и преданности. Поэтому вот этот синтез от животворных, мне кажется, очень достойное проявление всего творческого процесса не только в Петербурге, но и в России, а может быть даже и в мире. Поэтому спасибо всем вам, что вы участвуете. Всех ненормальных художников, участников этой выставки. Мы действительно все ненормальные. Потому что нормальный человек, вот, ну, сложно понять, за 2-3 дней столько тратить сил, времени, да и денег, не без этого. Вот, чтобы потом опять эту работу куда-то положить дальше. Но это и правильно, потому что художник не может быть нормальным. Норма, стандарт и искусство – две вещи несовместные. 20 лет – хороший возраст. Это возраст, когда начинаешь что-то соображать, уже чему-то научился, но при этом все еще впереди. Я думаю, что у нас еще впереди большое будущее. Но при этом нельзя, во-первых, надо сказать большое спасибо всем, кто стоял у истоков организации этой выставки. И нельзя не вспомнить нашу Нину Ивановну Василевскую, которая была зачинщицей тоже всего этого. И она жила этим, и последнее время, когда она уже не передвигалась, она требовала, чтобы мы после выставки приехали, доложили ей о том, как тут все прошло. Для нее это было очень важно. Так что еще раз всех поздравляю, удачи вам, успехов. На самом деле мы вас категорически приветствуем, мы невероятно счастливы, что нам ничего не помешало приехать снова. И, конечно, для художника, вы знаете, очень важно быть наблюдательным и смотреть, что делают коллеги, и не менее важно смотреть на себя со стороны. И эта площадка порой для нас бывает неким стартом, чтобы прокатать свою свежую новую работу для какого-то дальнейшего выставочного пути. Поэтому мы безумно рады, мы ждем этих встреч, мы к ним готовимся. И, конечно, спасибо за организацию самого музея, за то, что московские художники, художники Московской области всегда, у них есть время, возможность эти работы подготовить, и чтобы они приехали сюда. И, как правило, всегда без потерь, всегда все деликатно очень доезжает, а потом возвращается обратно домой. Поэтому вот этот синтез, когда у нас есть возможность для встреч, общения, когда у нас есть возможность посмотреть,
что происходит у вас в Санкт-Петербурге, показать, что происходит у нас в Москве, это очень-очень важно. И мы действительно вместе. Я всех поздравляю и желаю дальнейшего большого плавания, потому что у нас растут замечательные смены. Ура! Здесь есть восторг от того, что люди пришли и выставили то, что хотели. Это замечательно. И всем благодарность за то, что участвуют, за то, что приходят, за то, что просто посмотреть приходят, за то, что работы привозят. Так что всем всего самого-самого наилучшего в этой жизни. Всего доброго. Thank you.